Bueno, yo pienso que la primera parte fue. Да, они забили гол со штрафного, их первый гол. У них потом были возможности, у нас тоже были шансы. Это что касается первого тайма. Что касается второго тайма, мы сыграли лучше, но футбол иногда может быть несправедлив, но и сегодня мы проиграли. Я никогда не разговаривал и не буду разговаривать о арбитрах, о судьях. Если он такое решение принял, и это не желтое, значит это не желтое. Я не согласен с тем, что мы играли назад, мы играли вперед, атаковали дальше. Нам, да, потом забили гол, был аут, Гави и вратарь, так скажем, не очень поняли хорошо друг друга, после чего нам забили этот гол. У нас были такие игроки на поле, как Оганесян, как Гирлюк, как Обухов, Мансидя. Как вы поймете, мы играли в атакующий футбол, так скажем, мы не можем такие ошибки совершать, после чего мы теряем очень важные для нас очки. Была ошибка совершена в игре против Балтики, где мы потеряли очки. Сейчас случилось что-то похожее, после чего, так скажем, мы свои очки не заработали. Я с игроками уже разговаривал, так скажем, ошибки эти исправляли. Что касается сегодняшнего, так скажем, сегодняшней ошибки, все мы люди, можем совершить ошибку. Эта ошибка была не свойственна, но опять же, будем работать дальше, наша команда готова и постараемся в будущем зарабатывать. Важно для нас очки. Следующий матч у нас в Самаре, у вас есть отличная возможность позвать наших болельщиков. Это город рядом с нами, соседний, позвать болельщиков приехать, поддержать вам. В первую очередь мы должны выигрывать, радовать наших болельщиков, после чего же можно и просить. Сначала нужно дать, а потом уже просить, чтобы наши болельщики приехали и поддержали нас. Но опять же, мы будем очень рады и благодарны, если наши болельщики приедут в Самару и поддержат нас.